сегодня мы тестируем готовность международного аэропорта Казань по встречам наших клиентских групп. Сегодня мы принимаем условные 4 российских рейса, условные 3 международных рейса, в рамках которых мы проходим весь цикл всех операций, которые мы с вами проходим. Как всегда, мы летаем на самолете как стандартные пассажиры. При этом в рамках приоритета, который запланирован для наших клиентских групп, это отдельные выделенные стойки регистрации, это отдельные кабины паспортного контроля, отдельные каналы прохождения таможенного контроля. Поэтому сегодня мы проводим тайминг и тестирование тех технологий, которые будут использованы для обслуживания наших клиентских групп.